Ну что ж, братцы, сегодня у нас танковые приколы. World of Tanks, приколы номер 113. Летающая башня. Но это уже поинтересней. Вот. Сразу заузим по традиции лайкчински. Берите себе покушать, заваривайте себе чаёху. И погнали наслаждаться качественным контентом целых 9 минут практически. Погнали, ребзем. А спонсор данного видео... Так, секундочку. Во, вот теперь можно наслаждаться. Оу, на косарь. И та жестко. Что? А вот и башня. Нормальный такой багулечек. 10 очков Гриффиндору. Интересно, как оно так может, типа, забаговать? Ребят, ну, честно слово, все будет хорошо. Это нормально, это нормально. Аж Гарри Поттер захотелось пересмотреть, если честно, ностальгия началась. Плюс чай, пацаны, у кого тоже ностальгия. Нормально, Нига чисто исполнил. За братком хочет, нет? Димон! А он в чате написал. Еще один! Еще один Димон. Да ладно, еще один! Да вы серьезно? Это в одном бою у чувака три типа просто скинулись. Это... Точное повторение одного и того же действия раз за разом. Он, кстати, хороший вопрос задал, а как мы еще побеждаем? Чувак, не делай этого, не делай этого. Интересно, он рассчитывал на то, что он сдохнет или нет? И при этом они еще выигрывают до сих пор. Окс. Ух! Ух! Ух, бля, еще и бабах и альфа прошла. Ух, твою мать. Вот это реально, пацаны, было жестко. Вот это, честно, прям было очень жестко. 1900. Ай. Я просто почувствовал его боль, если честно. О! Чисто просто... Один прогиб, и ты хабиб. Смотри, 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 тупо, тупо тигр, ребят, тупо львиный тигр, тигриный лев. Нормально делает. Че они делают, че они с друг друга не стреляют? А, это типа союзники? Музычка кайфовая. Чисто релакс. Хорош. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Что делает это молодое дарование? Алло, а так он дальше так едет? Нихера ты жесткий, братан. Через башню. Обычно совков через борта карают в БК, а тут просто через башню. Тупо, дружище, тебе к цыганке сходить, этому ИСу третьему. И ты этот называешь удар? Вот это удар! Хорош. Ой! А что, так можно было, что ли? А как он выжил после такого падения? Охренеть. О, кстати. Нормально. Та-та-та-ра-т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 а. Шайка. А, я понял.
Я понял. Блин, че под своим стреляет? Осуждаю. Осуждаю такую мразь, осуждаю. Никогда не думали, что у этой обезьяны в голове? Чисто дурачок, вот серьезно, вот нахрена он это делает? Просто дурачок. А, хотя подожди, ребзики, я, по-моему, немножечко это перепутал. Сори. Кажись, это как раз-таки он и написал, правильно я понимаю? Как не культурно. Это месть. Все, теперь я понял. Я, если честно, сначала подумал, что это 3-4 написал, я просто не обратил внимания, сорян. Ну, это заслужено тогда, это заслужено, а вот нехер было, да? Поставили на место, ребят, просто воспитание. Бедный Чаффи не понимает, что происходит. Блин, это просто воспитание, ребят. Немножко преподали урок. Ничего страшного. Ну, просто нехер было. Дезморалит команду в самом начале. Shit, man. Нормальный сыр. А зачем сводиться? Это лишнее. Понятно теперь, как он 3 отметки наколотил. Это уже второй Т-30, который за этот ролик взрывает БК. Ёб твою мать, бля! Как же у него там горело от вот этой херни, которая торчала. Чисто картоделом, пацаны, респект. Фазику такая халява привалила. Вот реально, как вот эта дресня могла перевернуть танк? А, все понял. Просто доминация. Да, доминирование. Начало неплохое. Две ЛТшки. Ох, чувак, беда тебе будет. Но он сейчас будет на КД. Еще и горит, да? А! Хорошо! Два взрыва БК подряд, это сильно. Захисник приехал. Защитил ПТшку. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Просто разводит деда. Чувак сейчас перевернет, да? Походу перевернет. Чисто дед в угол поставил. Чисто дед поставил в угол. Просто в угол на кукурузу на колени. А это лучшие комментарии с прошлого. Ребзи, если понравился выпуск, вы знаете, что делать. Прожимайте большие пальцы вверх, подписывайтесь обязательно на канал. И отличного вам настроения, и вы там держитесь. Всего вам хорошего. Спасибо за просмотр.